Мне говорили то, что 1 мая будет праздник, но правда не знаю какой. Праздник, чтобы все люди могли отдохнуть и съездить куда-нибудь. В лес отправиться с самоката, велосипедом, с машиной. Какой-то праздник будет, шашлыки будут готовить. Можно устроить его либо в лесу, либо на красивой полянке. Можно расположить ковер красивый. Пикник – это то же самое, что поход, только там берут еду и располагаются на ковре. В лесу, на полянке. Ну, чтоб на кислороде, чтоб кушать на свежей травке, на воздухе. Надо брать еду и с собой еще самое главное – семью. Такой платочек расстилает, и там чашечки. И пьем чай или еще чего-нибудь. Взрослые пьют, некоторые водку. Угу. Безалкогольную, не алкогольную. Где-нибудь специальные места такие, где есть столы специальные для пикников. Шашлык – это типа мяса, но они жарят вместо сковородки на такой штуке. Можно просто взять такую для мяса клеточку, поставить стол и жарить на ней, на такой специальной штучке. Сначала мангал нужен, потом туда засыпают такие угольки. Тогда надо просто постелить такую штуку, которая не загорится, там, например, железо под собой постелить. Надо аккуратно это сделать, надо сеточку, чтобы не обожгнуться. Там на этой штуке разжигаешь огонь, а потом крутишь эту палочку. Палки клал, и из них как-то получился шашлык. Жарить шашлыки из мяса. Берешь мясо, то, которое можно есть. Надо выбрать очень вкусное. И там свинину, баранину. Свинину. Там свинину. Она не специфическая. Папы в этом лучше разбираются, чем мамы. Потому что с огнем это надо все делать. И всякая химия там, чтобы потушить огонь. Папы гораздо сильнее, и они много знают, чем трудиться. А мамы знают больше о красоте. Мамы там могут принести специи. А мама может посуду помыть, заплести косички детям. Для женщин очень неполезно. Поэтому женщины редко едят шашлык. А мамы могут последить за детьми, поразговаривать, накрыть на стол. Тут нужно что-нибудь хорошее сделать. Погулять там, например, покупаться в речке. Это не праздник ленивости.